Украинцы — творческая нация. Мы не можем жить по лекалам другим. Мы создаем что-то свое. Сегодня, объединяя усилия всей Украины, мы создали фестиваль здоровья «Поляна силы». Сегодня мы плечом к плечу, вне зависимости от территории проживания, вне зависимости от национальности, пола, вероисповедания и статуса, объединились, чтобы показать, что мы одна страна, единая, неделимая, которая будет вдохновлять всех наших жителей. И чтобы мотивировать друг друга, мы должны создавать такие фестивали здоровья. Всем большое спасибо, что поддерживали нас, участвовали с нами и подставляли свое плечо. Я просто в восторге, я даже не ожидал, что настолько круто будет все здесь организовано. Это великое благо для всей Украины. Это будущее наших детей, и такие фестивали надо проводить чаще. То, що ми тут творили, не вздумайте це робити. Без нас. Ми хочемо ще раз і знову перемоги. Ми бажаємо, щоб ви проводили такі заходи щороку, щомісяця, щодня. Але не забувайте про нас. Ми хочемо, щоб наша нація українська була найсильніша, найздоровша і найпрекрасніша, що і є на сьогоднішній день. Супер! Итоговый результат длины каната 109 метров 55 сантиметров. Усилиями ребят добавлено 10% фабричной длине каната. Я считаю, что это отдельный рекорд в рекорде. По-моему, мы их дернули! Дернули! Та, ви знаєте, я б взагалі за те, щоб він проводився щомісяця, щотижня. Лиш би ось так молодь приходила, яка сьогодні тут знаходиться на трибулах, і дивилася, і брала приклад. Ви знаєте, а так, я думаю, хлопці готові виступати постійно. Фестиваль фантастичний. Він говорить о силі духу, він говорить о здоров'ї, о здоровому образі житті, а ще дополнительно він об'єднує. Закарпаття – це взагалі удивительне місце. Я и раньше приезжала, но так, чтобы масштабно, так, чтобы красиво, это впервые. Сегодня данный фестиваль будет продолжаться каждого года. И я думаю, что и участники этого фестиваля залишатся задоволенными и с задоволением будут приезжать в Поляну. А мы всегда рады таким прекрасным людям, таким доброзичливым, сильным и духом, и телом. Нереально крутой фестиваль каждый год, который тем более организовывает Тимофей Нагорный и фонд волонтеров Украины, потому что все мероприятия направлены на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Поэтому я приезжаю вместе со своей командой, из года в год мы поддерживаем всегда такие мероприятия, потому что для нас важно не просто развитие там интеллектуальное, это очень важно, эмоциональное, это очень важно, а еще как физическое, телесное и духовное здоровье. Понравилось? Да.